кофе, я написал первый программ очень рано, не знаю, где-то на 8. И мне всегда это нравилось. И это уже контраст. А где-то 35, я вдруг вспомнил, ну, там много что в жизни было, что я сегодня расскажу. Я начал рисовать, просто взял, думал, что я всегда хотел порисовать, и я ничего не никогда рисовал. В школе была отвратительная рисование, мне не повезло. Мне повезло там с физикой, с математикой, просто мне не отбили совсем желание, а вот с эпизодом как-то все. И я поехал в магазин, там, красный карандаш, все, что пиарю, купил свой холст, купил свой краски, сел рисовать. И мой совет – всегда делайте свой день разнообразным. За то, что вам что-то купить, вы очень быстро судите себе мнение, и оно потеряет горизонт. То есть, чем бы вы ни занимались, программированием, бухгалтерством, финансированием, не важно, что у вас в профессии, возьмите какое-то абстрактное, другое что-то, хобби должно быть. Музыка, любое творчество, писать, рисовать, варить, готовить, путешествовать, преподавать – это очень хорошо. Должна быть профессия, которая использует другую часть мозга, и это реально работает. Вы можете, не придите свою группу, зайдите там, в мозг записи. Может быть, такие деньги, какие данные могут быть полезны для индивидуальных образовательных траекторий студентов вузов. Честно, мы сейчас вот именно это анализируем, пока вот мое мнение есть, я просто верю, что человек все это не вам сеть. Очень много погрешностей, очень много в этой фразе спорного, но в сухом остатке не вам сеть. А если так, данные успешных людей, мы вот, только говорим, был Стивен Хокинг. Он же не просто стал Стивен Хокингом. Он в определенный момент сделал А, потом сделал Б, потом сделал С. В основном это связано с литературой и практическим опытом. С точки зрения успешных людей, вот их рекомендации, мы пытаемся собрать в одно место. Потому что человеку, на мой взгляд, рекомендовать, что ему действительно может быть полезно, а не то, что нужно продать для того, чтобы получить прибыль. Сейчас в основном продается то, чтобы получить прибыль. Мне, например, Google и Facebook никогда в жизни не давали там Довлатова, Селлинджера, Шекспира или всех, кроме Грея, кого я очень люблю читать, потому что некому зарабатывать на них, а если вы, права, как правило, на свободу, беги и читай. Поэтому продаем с опытом Дарьи Марии, университет Дютрию. А надо создать пул книг, которые действительно важны. Вот так, пожалуй, отвечу. Мы это профессии программист. Да, сейчас заменяется, кстати, большинство программистов в автоматизированной системе. Создание кода, но смотрите, я скажу так, прикладной программист, который работает на JavaScript, ну и там на какой, ну то есть на решающие задачи формата создать данную страницу, создать сайт, создать базовое приложение, которое тысячу раз уже создавалось, эта профессия будет не нужна, все будет автоматизировано. Но спрос на программистов высокого уровня, которые владеют там, C++, совершенство, которые понимают архитектуру компьютера, архитектуру памяти, архитектуру облака, я думаю, еще годами это будет востребовано. Почему? Потому что программист, правильный программист, который что-то понимает, у него разностороннее использование мозга, он похож скорее на художника, чем на рутинного ремесленника. Это творчество. Создать качественный код, божественно эффективный, это творчество, и поэтому вряд ли его. Какие способы экономики оперативного было, не приведет для развития и прозрачность полный план экономики на новом уровне, для конкурентов тоже есть прозрачность. Спорный перекрал вопрос. Когда у всех есть одинаковый доступ к данным, начинается все равно, на мой взгляд, попытка хорошее английское слово дифференциации. То есть все равно ты пытаешься чем-то отстроиться. Если у всех будут одинаковые данные о продукте, ты будешь пытаться отстроиться сервисом. У всех будет ИИ, у тебя будет человек. У всех будут люди, у тебя будет ИИ. Вы поверьте, это просто хороший маркетинговый бэкграунд. Всегда есть способ упаковать неважно что и продать. Не стоит бояться абсолютной прозрачности, потому что, помните, о чем говорят мужчины? За полоску не буду столько платить, за крутон буду. Никакой вообще проблемы с продажностью не будет. Вопрос, насколько квалифицированный симбиоз у вас людей, технических специальностей, продажников, маркетингов. И главное, насколько честно вы хотите людям помогать. Если вам задача просто купить бабла, показать прибыль и сделать план и разойтись, это бизнесы все вокруг, я уверен. То есть надо душой болеть за то, что делать, иначе это будет сейчас заметно и заметнее с каждым годом. У сбора 60% карточек, у сбора 60% карточек, как конкурентно бороться с такой неравенством, нет увеличения технологий к монополии. Отличный вопрос, это вопрос номер один. В нашем сегодняшнем конкурсе, кто задал, не уходите, это будет приз. Это огромная проблема, потому что если, почему верно, почему-то не так сильно волнует. Потому что есть перекос дикий данных, доступ к данным, не бывает, космическое количество никого не будет повторимого. Огромное количество есть у Тухана, огромное количество есть у банков, огромное количество есть у Питон Провайдер, просто сутку молчим, но в сухом остатке есть, по пальцам можно пересчитать силы, у которых есть все. И это проблема, потому что конкурировать тяжело. Конкурировать с Амазоном,
что нельзя даже в магазин, потому что попробуй сделать такие же модели, у них настолько большой опыт поведенческий, что если завтра сделать только крутой интернет-магазин с крутыми, совершенно невероятными подходами к клиенту, они просто свою бизнес-аналитику, свою дату или свою проекту переложат, свои модели, если переложат на ваш проект, копируют его, и вы не уйдете. Это проблема. Что с этим делать? Ну, у нас есть проект один, называется FordTech, можете на сайте найти. Он как раз про приватность. Мое сугубо личное мнение – это временное явление. По двум причинам. Первое. Принято говорить, что данные новые нет. Но может быть. Хотя нет. Пусть будет первый, кто скажет, ну может она и нет, но нет, никому нафиг не нужна. Всем нужен бензин, радиационный керосин, соляра, производная нефть. А это на самом деле высокотехнологичный сложный процесс, который недоступен всем странам. Есть по пальцам можно перечислить страны, которые понимают, что такое эффективный нефтеперерабатывающий завод, который стоит больше миллиарда долларов. Это очень сложная инфраструктура, и это прям очень сложно. И, но при этом они на это не зарабатывают. Данные то же самое. Данные не позвонят у всех, но я столкнулся с тем, что приходит крупная компания и говорит, данных у нас много, мы ничего не понимаем, что с ним делать. И как только они попробуют первичные очевидные вещи, там, типа со стольниками построить какую-то модель, они приходят, а как оккупировать, ты как хочешь, чтобы извлечь. И самое ценное, что извлекание чего-то из данных, а здесь, ну, Google, конечно, он меня пугает, все остальные не очень, потому что здесь самое основное, то, что меняется, вот эта штука. То есть как ты извлечешь из данных информацию, никак не связано с тем, сколько у тебя связано, но это не прямая зависимость. Вторая причина, да, собственно, этого достаточно. Но все-таки скажу, что я верю, что временная ситуация, потому что невыгодно никому в долгосрочной перспективе ситуация, когда все знают про все. И сами государства, сами службы, и те бизнесы, которые остались под этой горы, они сделают все возможное, чтобы ситуацию немножко выровнять. А единственный способ это правильно сделать, это дать людям приватность. То есть каждый из нас нужно дать свой цифровой свет, то, чем мы занимались изначально, и продолжаем то, что делать. Создает цифровой свет, медицинский, биометрический, телеметрический, поведенческий, психологический, медицинский, все собираешь, но никому не даешь. Шифруешь, делаешь специальную сложную систему компьютеризирования, как это хранится. А дальше человек сам отдает государству, компании Nike, компании Сбербанк. Все проходит через это. У тех годы, прежде чем это случится, но это проблема для пенсионеров, да, за примерно как сам, типа, ну, это реформа. Точно такое, на то цель. Что мы будем с ними данными торговать или получать проблемы лояльности. Китай инструменты с платформами, но они поэтому идут. Они приватности будут давать, но их тоже не ставят риск, что их детализированную базу данных, когда в Штаты, мы сопрем, еще кто-нибудь. Это слишком огромная ценность, если мы разбавляем эту базу и защищаем диверсификацию. Ну, а вопрос отличный. Остановите меня, когда время кончится. А? 5 минут отлично. Так, скажите, что технические вопросы совсем не хочется, потому что аудитория неравномерная. Сходится здесь, чтобы у нас в сфере экологии. Так, точечки, вот так. Да, мы думаем над этим. Смотрите, кстати, хорошо, что кто-то спросил. Второй вопрос у нас есть. Я принципе, потому что всех должно волновать. У нас есть способ применения, при котором, грубо говоря, часть IoT, часть людей, потоков, по принципу краудсорсинга, они участвуют в сборе телеметрической, биометрической информации о том, чистый воздух. У нас есть там реально датчики в нашем приборе. Частота воздуха там по 17 параметрам, есть радиация в реальном времени, чтобы двигать ключей. И чего не хватает, это чтобы эта база была доступна всем и все могли ее использовать. Я против узурпирования информации для точки зрения защиты природы и так далее. Поэтому такой проект есть, применение понятно какое, нужно просто бизнес-заказчик и лучше не один. У нас вопросы ресурсов, то есть можно сделать, да. И главное, что надо это делать, потому что действительно, ну, есть, понимаете, например, что в Китае в ряде городов люди не идут на работу теперь, пока не посмотрят приложение, которое показывает уровень CO2 сейчас в городе. И это один пример, и Китай, он очень сильно релевантен, потому что государственная экономика, они физически, как государство, поставили датчики в Шанхае, поставили датчики в Пекине, поставили датчики, где действительно есть опасность, и это государственное приложение. Побочный эффект, и может в любой момент сказать, не менее сегодня хорошая погода, все нормально. А должно быть плохо, потом будет честно. Поэтому надо делать честно. Так вот, кроме человека, кто главный груз человечества? У нас есть третий ключ. Нету больше груз человечества, чем человека. Нету. Мы самые опасные твари на этой планете. Серьезно. Погода, практически процесс, вопрос все равно ошибается, и тот же ваш. Почему только нейронные сети на хайпе? Не совсем понял вопрос, честно. Почему нейронные сети? Не совсем так, слушайте. Я дико извиняюсь, если прозвучало, что такое нейронные сети на хайпе. Нет. Искусственный интеллект, он достаточно сложный. Там много способов. Есть с обучением, там, с подкреплением, есть подкрепление, есть нейронные сети, есть там всякие градиентные бустинги, другие методы. Их методологий очень много. Просто
объяснить? Объясню вам, ну, давайте честно, отвечу, что вы спросили. Про это часто было, потому что очень принято проводить параллели между человеческим мозгом и нейронной сетью. Они какие-то есть, но не тупуют. То есть электронный нейрон ничего общего с человеческим нейроном на самом деле не имеет. Электронный нейрон, те из вас, кто там, понимает математику, взял на Дисборда, но представьте себе, что кругляшок есть. В кругляшке есть функция какая-то. Например, сложить то, что я увижу. И вот в кругляшок приходит цифра 1, цифра 2 и цифра 3. Например, цифры представляют собой единички. И все, что делает этот нейрон, говорит, сложить все 3 и передать 3 дальше. Что происходит дальше, этот нейрон не знает. У нас мозг устроен совершенно по-другому. Но многим людям нравится заблуждаться, что нейронная сеть — это вот такая живая такая вещь, терминатор скоро придет. Это исключительно хайп, потому что людям проще понимать, ну, то, что им нравится. Это просто кино сняли. Про что кино не сняли, про то и знать не надо. Вот принцип Голливуда. Поэтому, наверное, поэтому. Хотя вот те, может, любят терминатора и смотрели терминатора много раз, я потом всегда поражался одной простой вещи, что если это металлическая форма жизни, у него процессор, естественно, все это электромагнитное, а есть электромагнитный импульс, и всех терминаторов просто нету, и нейронная сеть Skynet не работает, как бы фильм неправдивый. Но людям нравится заблуждаться, это самый честный ответ на ваш вопрос. Спасибо, короткий вопрос. А, есть пока неразрешимые задачи, ограничения всех применений. Да, собственно, решенных задач копейки единичные, которые что-то удалось решить, а нерешенных задач космическое количество. Там медицина вообще не плохое поле. Образование выглядит индустриально, например, вот мы сделали там первые шаги, понятно, как действовать дальше, но очень сложно. То есть там реально географическая зависимость. Каждый следующий шаг сложнее предыдущих, как ИВФ заниматься, все сложнее, сложнее, сложнее. Компьютерное видение и беспилотный транспорт пока не решенная проблема. И не потому, что компьютер не может отключить дорогу от лоси. Там две проблемы. Первое, что джигитов на дороге, это я просто слово использую. Иногда много, а всего одного достаточно для того, чтобы компрометировать всю систему. Поэтому до тех пор, пока все машины не будут беспилотными, все это уходит. А вторая проблема, которая не решена, это частично проблема эргономики. Если вам что с искусственным интеллектом немножко знаком, вы знаете. Кто не знает, объясняю. Есть традиционная внутренняя психологическая задача, которая приводит к следствию некомпетентности пока что искусственного интеллекта. Есть развилка. Но представьте даже, что это не дорога, а рельсы. И у вас прям стрелка. Вы не можете не поехать. Вы поедете либо налево, либо направо. Направо на рельсах уже 7 человек. С другой стороны лежит ребенок. Вы кого убьете? Это одна из проблем. Искусственный интеллект мы хотим, чтобы он принимал такие решения. Очень хотим. Но это не решаемая пока проблема. И не техническая, потому что технически ты можешь сказать, программистическая, просто очень плохого люди, ребята. Ну вы мне скажите, я могу настроить. Убивать можно либо этого, либо кого убивать. А, проблема в том, что у нас общество устроено совершенно странным образом, и пока страховая компания не примет все риски, скажет, убивайте в среднем по году столько-то людей, мы принимаем риски, потому что эти выплаты не оправдывают весь наш бизнес. И вот это настолько неприятно знать, потому что все, по сути, сводится к математике. Вот. Но проблема, слушайте, природа не решена, связь не решена, управление даже автономное. У нас даже дрон до Марса постоянный строй выходит, не всегда есть какие-то проблемы с аккумулятором, просто считаем неправильно. А вы говорите там терминатор создавать, поэтому нет. Давайте последний вопрос. Наверное, да? Давайте последний вопрос. А я все открыл, кроме технических, не хочу технических покрывать, вот все, засечу. Данные часто, а, давайте последний, данные часто заведены и сожжены, как с этим бороться? Ну, можно отправить китайцев. Там реально есть госпроект, который садится, миллион человек и размещает базу. Короче, неважно, какая быстро становится чистой. Технически, ну, можно по-разному пройти. Всегда нужно, на мой взгляд, просто, пусть она будет маленькой, пусть она вручную делается, но она будет максимально качественной. Дальше можно разными путями пойти. Ну, например, на аутсорсинг я верю. Вы знаете, что такое капча? Давайте так ответим. Капча. Капча, когда вы говорите, доказываете, что вы не человек. Точнее, наоборот, простите, что вы человек. Я где-то делал сервис, когда доказывает, что вы не человек уже там, для одного бота. Крутая штука, потом расскажу можно. Вы доказываете, что вы человек, вы крепите на картинке. Но по факту мы что делаем? Мы включаем очень грязную базу для угла. Ну, они же что делают там, независимо от того, что они делают, кстати, нейровижен картинок или еще что-то, собака отвечает от котиков, мы не знаем никогда. Но когда вы кликаете, покажите все автобусные остановки, или все мосты, или все кошечек, или все это, вы делаете как этот аутсорсинг. Эта тема недоиспользуется. В принципе, всегда можно свои военно-военные клиентские базы, если у вас предложение миллион
пользователя, вы решаете новую задачу. Можете миллион человек честно спросить, можно вам отправить ссылку, и вы нам скажете, что знаете, как нет. Все. Потому что мы вас очень любим, вы будете на сервис, пожалуйста, вы можете помочь. Вы что, думаете, люди не ответят? Ответьте. Вопрос всегда, человеческий фактор. Как правило, мы не такие честные с своими клиентами. Так вот. Спасибо вам огромное за интересные вопросы, за внимательность и за эти приветствия. Вообще вам молодцы. Спасибо. Друзья, огромное спасибо Евгению. Я надеюсь, вот с чего началось ваше выступление, что почву из-под ног.